Люди, привет! Вообще не знаю, когда вы это видео смотрите. Я имею в виду, снимаю сегодня, будете смотреть через... Не знаю когда. В общем, приехал пылесос ВД-3. Бюджетный пылесос. Недорогой. Непрофессиональный. Строительный. Не брал навороченный. Не хочу. Хочу простенький пылесос. 1000 ватт. Написано. Сосет как 1400. Рекламный ход какой-то. Значит, пылесос был по акции. Подарок 5 пакетов. В общем, модель, ваты, литры, наклейка. Распакуем, посмотрим. В общем, подарок 5 пакетов бумажных. Можно, кстати, купить многоразовый потом будет. Хотя этих пакетов хватит на фиг знает сколько. Так, значит, Андрюшка, у которого тоже ВД-3, я купил без резетки. Ну, знаете, там еще резетка бывает. Потому что она мне и нафиг не нужна. Ну, не нужна она мне. Керхер, ля-ля-ля, гарантия, короче. Ту-ту-ту. О, у нас есть гарантия. Ладно, это такая гарантия. Кстати, никогда в жизни... Не по одному поводу. Короче, с гарантийным ремонтом не связывался никогда. Я имею в виду, все, что покупал, все у меня всегда работало. Вот такой пылесос. Или такой пылесос. Ага, у нас есть, короче, шланг. По-моему, 2,5 метра. Нажал, отстегнул, застегнул. Вот такая штука. Керхер написано. Почему керхер? Фиг его знает. У меня мойка самая дешевая, бюджетная. Керхер уже работает фиг знает сколько. Это для водички. По идее, может и нет. Раз. О, еще один пакет. Вот так вот выглядят пакеты. Такие большие. Люди, я знаю, их потом... Распечатают, скотч отклеивают этот, мусор высыпают и опять используют. Но мы тоже так будем. Мы тоже так хотим. Так, ВД-3. Вообще ВД-3 премиум почему-то я был нацелен на него. Но, блин, он стоит на порядок дороже. Поэтому я не захотел. А, их еще, кстати, не было, не было их на сайте. Ну, в общем, читать будем характеристики или они вам нафиг не нужны, как и мне? Какие тут характеристики? Короче, люди, кому надо, тот почитает на сайте. Дальше смотрим пылесос. Желтый под цвет жалюзей. У нас скоро жалюзи там будут. Чик. Вкл, выкл. Ну поняли, да, многие говорили, с резеткой покупай, с резеткой. Да я не маляр, не надо мне эта резетка. Ага, пылесос имеет функцию выдува. Можно пылюку гонять по гараже, а потом им же и фигачить. Шнур, не знаю сколько, метра 4-5. Сделано, да, в Китае, как всегда. Германия? А, Румыния. Румыния, Румыния. Раз, два, снялся. О, тут еще презент. О, класс. Так, вот еще. Ага. То есть можно так, как хочешь. И 4 колеса. И такое ведро. Прикольное. У меня мусорка в гараже появилась. Соберем, давайте. Значит, дальше идет патронный фильтр. Такой небольшой. Но новый, по-моему, 8 долларов стоит. А мешки, по-моему, 8 долларов 5 штук. Не помню. Дальше у нас там, как всегда, поплавок идет. Уровень. Если водички в нем больше нормы будет. Сделан он из ПП Т20. Ну, короче, вот так.
Так, соберем дальше. Фильтр меняется. Ставится раз. И два. Кстати, дурные мысли были сразу же, пока еще как бы он не пустил его в использование. Блин, ну он же опять на гарантии. Думал, может купить с какого-то москвича или с Волги, или с чего там такие, побольше фильтр. Типа, ну не с КамАЗа, с КамАЗа большой. И переделать сюда, подобрать фильтр, чтобы я поехал в магазин в авто и купил в свободной продаже, они были. Потому что эти заказывать надо через интернет. Но мне кажется, это глупость. Мне кажется, я фигней страдаю. Все, есть. Ага, мешок. Мешок так оделся, он так разложился, потом он надуется. Займет почти все пространство, кроме фильтра. И будет пылесосить. За картонку зацепился! Блин! Так тянул его. Проверял, шнур выдержит или по гарантии сейчас менять будем. Не, выдержал. Значит, включил в розетку. Нажимая кнопку пуск. Конечно, он работает не как у меня дома, Томпсон, или какой там у нас дома, не помню, моющий. Но, тем не менее, работает. Люди. Интересно, это зачем? А, две трубы. Вы даже не представляете, какой у меня грязный гараж был. Я попылесосил. Вот тут все, тиски попылесосил. Видите, какой он должен быть белый. А он какой он грязный. Завтра, короче, машину выгоним, все попылесосим. Открыть, посмотреть, что там с фильтром. Распрямился или нет. Мне тоже интересно. Ого, такой он стал. О, там уже уток грязи. Конечно. Нифига себе. Только щетка мне не понравилась. Потому что без этой штучки, без вставочки, без этой, вот этой. Щетка по полу ездит на колесиках, там расстояние вот такое. И оно толком нормально мусор не собирает. Ну, то есть, поняли, расстояние сильно большое. Ого, так оно там сантиметр. И оно как-то, ну, как-то гидотно. Блин, надо дома щетки, щетку у жены одолжить надолго. В общем, всех поздравляю с приобретением. Теперь у нас будет самый чистый гараж в городе Каховка. Люди, ну что могу я сказать по пылесосу? Ну, пылесосит. Даже чуть попылесосил. Вообще пылесос купил для машин, потому что то стекла битые, то после сварки надо все попылесосить. У меня там есть мой Зельмер. Но, блин, он так... Короче, он не для этих целей. Стекла начинаешь пылесосить, немножко прошелся и все, надо разбирать, фильтр чистить. А это у нас будет для машинок. Всем удачи, всем покеда.